этот класс социальных педагогов? Да. Слушай, а как долго ты уже вообще тут сидишь? Слушай, а когда этот педагог уже придет? Он был в 11:28. Как всегда в этой школе. Стой! Эй, ну ты куда? Стой, подожди! Посиди еще. Может, что-нибудь поделаем, может, что-то поиграем. Надо ли действовать? Да ни о чем. Ну послушай, тебе все равно сюда еще раз затащат. Лучше ты сразу отстреляйся и все, и забудь. Да, давай поиграем лучше. Кстати, я неплохо придумываю действия, так что обращайтесь. Ну, кто начинает? Давайте я. Давай. Как тебя зовут? Маша. Правда или действие? Правда. За что тебе стыдно? За что мне стыдно? Ну, был один случай. Я вот занимаюсь киношколе здесь недалеко. И... Получается, мне однажды вот задали написать сценарий, вот, его нужно было сдать через неделю. А я всю неделю ничего не писала, а в последний день написала 3 строчки. Из-за этого все съемки отменились, я подвела всю группу. Да, не очень как-то. Угу. А правда ли действие? Давай, правда. Ты обижала когда-нибудь людей? Обижала, но я очень часто могу что-то сказать, не подумав, у меня вырвется какое-нибудь оскорбление изо рта. Люди обижаются, я не хотела, правда, просто как-то сама не лучшая черта. Как тебя зовут? Максим. Максим, правда или действие? Ну, правда. Чего ты боишься? Ничего. Конечно, так, все чего-то да боятся. Да я ничего не боюсь. Ты говоришь, как маленький ребенок. Я спросила тебя, чего ты боишься? Ну, может быть, милиции. Один раз, давно как-то, я украл телефон. Украл? Да, это было давно. А поставили на учет, нашли, ну, вот так. Ты вор, типа? Нет, тогда да. Ночью поймали. Теперь боюсь. Ну, как-то скучно. Правда ли действие? Действие. О-о-о! Маша, Да, да, я говорила, давайте идите сюда. Я думаю, ну, короче, просто, но... Да. Что-то весёлое. Так, ты не подглядывай. Не послушивай. Не подглядывай. Ну, блин, Прекрасный план. Давай. Смотри, ты должен выйти в коридор и 3 раза крикнуть «Я Олух». Может, не надо? Надо, такое действие. Да, надо. Я что, зря выйду? Я Олух. Я Олух. Я Олух. Молодец. Правда или действие? Давай правду, а то вдруг еще отомстишь мне. Расскажи, ты воровала когда-нибудь вещи? Надеюсь, я вас больше не говорю. Да давай уже быстрее рассказывай. Ну, ладно. Да. Когда-то, 2 года назад, я подрабатывала волонтершей у пожилых людей. Mm-hmm. Вот, и я, когда приходила к одной бабушке, я к ней ходила довольно часто, вот, она рассказала мне про одно кольцо. Оно было очень дорогое для нее и дорогое в цену. Я украла у нее золотое кольцо. Оно просто мне так понравилось, оно было такое красивое. А через неделю буквально бабушки не стало. Как ты могла? Не знаю, мне так не по себе от этой ситуации. Я бы хотела вернуть все назад. Я не знаю, что делать. Правда или действие? Действие.
правда или действие? Правда. Расскажи какой-нибудь странный факт о себе. Только обещайте, что вы не будете смеяться. Ладно, не будем, конечно, не будем. Я боюсь тени. Какой? Кого? Тени? Ну, представь. Типа своей? Как будто за вами кто-то следит. Тень? Ну, вы обещали не смеяться. Так, правда или действие? Идите все сюда. Mm-hmm. Так, ты сиди на месте. Да. Ты тоже. Давайте, давайте, да. Так ему и нужно. Погнали, погнали, пойдем. Потрясающе. Ты лучше что? Ты должна дать шубан. Ему. Почему? Даже без маски уже. Эй, вообще, за ними!